В период летних каникул в 27 школах города Темиртау и поселка Актау пришкольные лагеря посетят 3400 детей, половина из них на бесплатной основе. Также при школах будут работать профильные лагеря с техническими, языковыми, экологическими и другими направлениями. Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель городского отдела образования. Помимо пришкольных лагерей, ежегодно работают загородные детские оздоровительные лагеря с питанием и без. Так, в лагере «Романтик», расположенном в поселке Каркаралы, летом отдохнут 400 детей. Будет 4 сезона по 100 детей в каждом. В лагере «Факел» тоже 4 сезона, но в каждом примут 220 учащихся. Общий охват – 880 детей. В лагере «Звездный», расположенном в Акмолинской области, за 11 сезонов отдохнут 2860 детей. До 31 мая будет проходить заседание городской комиссии по приему в детские оздоровительные организации. Летнюю программу для детей подготовили также в организациях дополнительного образования и организациях культуры и спорта. В их числе центр «Алем», школа имени Жубанова, детский технопарк и музыкальная школа номер 2 – также Дворец культуры, спортивные и культурно-досуговые клубы. Кроме того, перед началом каникул проводилась работа по обеспечению безопасности детей. Проводилась совместная работа Департамента по чрезвычайным ситуациям, Управления полиции и отдела образования города Темиртау с родителями и детьми. Согласно утвержденных графиков, общешкольные родительские собрания и классные часы прошли по темам «Детская безопасность в пожароопасный период и купальный сезон», недопущение выпадения детей из окон, поведение на воде и другие. А подростки от 16 лет будут трудоустроены на летнее время по программе «ЖСЛЕЛЬ». Из 1000 принятых заявок 600 ребят – это учащиеся школ. Они будут заниматься очисткой, благоустройством и озеленением города Темиртау и поселка Актау. В первую очередь трудовые места предназначены для молодежи следующих категорий. Это оставшиеся без попечения родителей, молодежь категории НИП, кандасы, дети из неполных и многодетных семей. Заработная плата бойцов составит от 14 до 15 лет 71 690 тенге, от 16 до 35 лет 105 689 тенге, без учета налоговых отчислений. Также в рамках подготовки к летнему периоду в школах города был проведен осмотр надежности 30 спортивных площадок, 10 хоккейных кортов и 25 гимнастических городков. Кристина Кириченко, Александр Ломако, новости Темиртау.